Друзья, всем привет! Проверяю свой новый аппарат. Называется трехосевой стабилизатор. Купил я его дешевенький, конечно. Мелочь, но приятно. Сейчас вот снимаю на него. Посмотрим, как он справляется со своей задачей. И вообще, что за видео получится. Так что, надеюсь, мой контент станет качественнее. У меня появится больше подписчиков. Погодка, как видно, у нас прекрасная. И сейчас пойду засниму вам что-нибудь. Я еще тренируюсь, правда. Еще не могу сосредоточиться, как он работает. Трехосевой стабилизатор этот. Куча кнопок. Как держать правильно. Это, оказывается, не все так просто, как думается. Но мы стараемся. Видите, мы идем к лучшему. Мы стараемся сделать качественней съемку. Все для зрителя. Сейчас будем что-то снимать красивое. Оставайтесь с нами. Сейчас я включил другую камеру. Снимаем мы на iPhone пятерочку. Пятерочка это работает. Интересно какие-то моменты поснимать. Как это все получается. Тоже. Кто рано встает, тому Бог дает, да? И хорошие видосы снимает. Я проверяю, как работает стабилизатор. Давайте. Давай немного пробежимся, сынок. Хочешь? Пробежимся с ним немножко. Вот мы побегали. Вроде бы картинка, качество остается хорошим. Ничего не мешает. Да, мы все на этом пляже. Он очень нравится. Мне нравится каменистость. Ходил я тут с металлоискателем здесь. Ничего путевого не нашел, так как греки, здесь есть местные, которые прочесывают все это. И даже еврика не найдешь здесь. Так что, кто приедет с металлоискателем, не будет думать, что здесь куча просто монет или еще чего-нибудь, то вы ошибаетесь. Слушайте, а рука устает. Давайте посмотрим, как он себя ведет, когда я так буду бежать. По песку бежать тяжелее, и мне кажется, мы проверим на все 100, как он работает. Джек тоже со мной бегает, собака. Папа, да. Мы уже там лазили. Хотя пойдем тапки оденем. Сейчас мы маленькие тесты проводим. Фу, Джек, фу.
лазим по каменистости, вообще ходим, гуляем. Ну и вам показываю окружность. Идем, сына. Посмотрим, как ведет. Я такой, ну и счастливый, и непонятно еще. Очень неудобно, конечно. Рука устает вот так вот держать перед собой стабилизатор. Но я думаю, что качество нашей съемки улучшится, поэтому я довольный. Будем сейчас залазить, покажу. Будем залазить мы сейчас вот туда наверх. И посмотрим, как наша картиночка будет получаться. Сейчас иду обычным шагом. Я думал, взял в руки себе, там он крутится, вертится. Да, тут ничего подобного, крутится, вертится. Тут надо научиться еще, как его поворачивать, как его держать. Сынок, ты помнишь, мы вчера залазили сюда? Да. Давай пойдем еще раз. Так, вот сюда вот мы сейчас будем подниматься. Я включу фронталку. Ну что, пошли? Погнали, давай руку. Папа. Да. А то все по скамеечкам ходят, по ступенечкам. А мы по скалам полазим. Посмотрим, на что способен стабилизатор за 70 евро. Оп, оп. Ну, я думаю, если бы я залазил бы просто и снимал бы, картинка была бы хуже. Вот такой вот вид у нас получается. Сын повелитель скалы. Плавненько, все довольно неплохо, но тяжело, тяжело управлять им, конечно. Будем стараться. Друзья, это вот такой вот у меня маленький видос. Такая радость за трехосевой стабилизатор. Вот, будем снимать еще чаще видео. Сейчас еще одна проблемка, экшен камеру, здесь надо вставку покупать. Вот, мы что-то придумаем со вставочкой, чтобы с телефона не снимать, а с экшн-камеры. Я думаю, все будет хорошо. Ну все, друзья, у кого есть стабилизаторы, всем привет, теперь у меня там тоже есть. Что-то у меня идея такая проснулась, а теперь спуститься с этой горки. Давайте посмотрим, что получится. Пойдем. Плавно все так. Хорошо. Я не работал с дорогим аппаратом, но я думаю, с дорогими аппаратами вообще одно удовольствие работать. Галерея. Туннель такой темный. Ребята, пошли туда. Ну давай, там ровненько тоже пройдемся. Мы же снимаем обзор, как работает стабилизатор. Такие тесты. Побежали немного. Все, хватит, сына. Прохладненько, так? Хорошо. Разворачиваем камеру. Все плавно. Че? Да. Давайте с прыжками. Мы прыгаем. Плавный поворот. Посмотрим дома, как мы попрыгали и какое качество получилось. Ну что ж, мы
попрыгали, побегали. Единственный минус, мне не нравится, я начал привыкать к нему уже. Единственный минус, мне нравится, что он немножечко вес имеет. Ну, наверное, все стабилизаторы имеют вес, так как производитель пишет 10 часов заряда хватает. Вот мы поворачиваем, он плавно за мной ходит. Классно, классно, классная штука. Ну, главное, чтобы картинка была крутая, чтобы все не прыгало. Иногда, знаете, смотрю свое видео и тоже раздражает то, что картинка прыгает. Не может уловить глаз, что происходит сзади. Пойдем, сынок. Покупайте все стабилизаторы. Можно купить вот самый простенький, дешевенький, и начать с него. Всегда можно перепродать. Люди всегда что-то покупают, кто-то что-то ищет. Так что не бойтесь, что вы купите обязательно стабилизатор дешевый, потом никогда не продадите. Если вы нормально им пользуетесь, то вполне себе вы можете его продать спокойно потом. Попользоваться и дорасти, допустим, до какого-то крутого стабилизатора. За 200 евро, допустим. А пока мы за 70 порадуемся. Ну вот, вот такая вот у меня новость для вас. Будем снимать классный контент. Всем привет из Греции.